Всем привет и хорошего настроения, ребята. Ну что же, продолжаем проходить Welcome Dead No Man's Land. Так, ну что, блин, моя ружбайщица, ребята, в очень хреновом положении. Ее зажали два зомбаря. Надо как-то ее оттуда вызволять, иначе ей хана. Тем более жизни у нее, как видите, маловато. Да, Дэрил, ты очень крут, выбегай, молодец. Паулина выжила. Но теперь Глен подставился. Так, давайте попробуем так пробить. Черт подери. Очень-очень слабый дамаг, ребята. У нас ничего не получится, надо отбегать. Потому что спецназовец, он, как видите, очень хорошо защищен. Черт бы его побрал, а. На нафиг. Так, ну этого мы должны добить, по идее. Глен в этом у нас мастер. Отлично. Так, нам нужно вскрыть вот эту машину, ребята. И посмотреть, что у нас в багажнике лежит. Так, давай, сколько это займет? Один ход. Ладно, эти все пока у меня будут идти к выходу. Там уже следующая толпа назревает. Так, ну что, Дэрил, давай. Осталось только тебя вывести. Беги. Отлично. Так, Глен на месте, Паулина выходит. Еще один ход, и мы на свободе. На дорожку. На! Отлично. 20 монет лишним никогда не бывает. Так, что, следующая волна? Нет, ребят, надо выходить отсюда, иначе будет жарко слишком. Оу! Ё-моё, ребята, вот это я лопухнулся. А в чем проблема? Что я не так опять сделал? Нам, оказывается, не сюда надо было идти. Обрадовался, блин. Что мы не сделали? Черт подери. Ах ты, ё-моё. Ребята, мы не вскрыли с вами еще одну машину. Оу, они у меня все покоцанные. Ну ладно, давайте как-то выживать. С этой волной мы разберемся. Ладно, так уж и быть. Ну как быть дальше? Ума пока не приложу. Все прут и прут, а. Так, давай, подбивай этого говняка. Отлично. Так, Паулина, давай-ка. Я надеюсь, что ты сможешь пробить потом их двоих сразу же. Главное, чтобы не подошли. А, ты смотри, что делает. Давай, сносим. Нормуль. Так, мне, по идее, что? У меня только Дэрил более-менее такой по жизни дееспособный. Глен и Паул только на один удар. Вот он этот товар. Так, давай быстрее, Глен. Забирай. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Нет, только не это, ребята. Надо как-то прикрывать его. Давай-ка, Дэрил, наотмашь. Блин, я думал, ты двоих заденешь. Не вышло ни шиша. Черт, сейчас он подойдет к Глену. Фак, а. Глен, живи, живи. Так, надо его оттуда выводить. И как можно скорее. Я даже не знаю, что сделать. Давайте, наверное, вот так вот прикроем. И этого Глена здесь тоже, как говорится, обезопасим. Все, Глен, давай, выходи сюда. Отлично, вроде бы пока нормально. Если сзади никто не выползет. Тихо, тихо, только не в рукопашку, ребята, только... Куда ты рванул, Глен? Я совсем не это хотел сделать. Ёлки ты палки. Черт подери, а и этого не добили. И сейчас... Давай-ка. А, все, повезло нам, ребята. Повезло, что у него еще был ход у Дэрила, и он все-таки отбился. А так бы сейчас Глен был у нас погиб. Ну, ладно, выбираемся отсюда. Все, зеленая зона. Это, как говорится, зона свободы. И все быстренько рвем туда когти. Ух! Не может быть. Не может этого быть, ребята. Все, победа за нами. Так, получили деньжат. Нормально. Так, открываем три сундучка любых. Что у нас тут выпадет? Так, питание и горючка. Это хорошо, это радует. Так, ну что у нас, ребята, на базе происходит? Надо будет глянуть. Сюда, естественно, я сейчас не пойду, потому что они у меня покоцаны. Естественно, их надо будет обязательно в госпиталь, чтобы они отлечивались. Так, что здесь у нас? Ага, получил реворд. 100 очков, 20 карточек Дэрила и 10 телефонов. Ух ты, еще 500 ящиков. Это хорошо, ребята. Но мало.
Так, что здесь? Я могу что-нибудь бесплатно взять? Ага, могу 5 золот взять. Это замечательно. Золото здесь на вес золота. 5000 нужно для ножниц. 12000 нужно для куртки. Блин, курточка хороша. Плюс у нее 3 неоткрытых стата. Венди. Принимаем. Лишний боец, как говорится, не помешает нам. Так, что, забираем питание, это естественно. Так, отстрел, отстрел зомбарей. Смотрите, их сколько здесь уже на нашу территорию привалило. Надо всех убивать. То, что золото дали, это хорошо. Так, вроде бы все, да? Нет, эту мы вот здесь оставим. А, нет, вон еще один. Так, вроде бы базеночка пока нормально. Так, стена у меня первого уровня. В яме у меня 6 зомбарей. За 500 золотых вот этого амбала открывать? Да как-то уж больно жирно, мне кажется. Пока этих хватит. Ух ты, еще 10 золотишко забрали. Вот это уже другой разговор. Так, 2000 ходячих убить. Ну, это слишком много для меня пока в данный момент. А вот со жратвой, конечно, нам надо как-то, ребята, подтянуть. Подтянуть пояса, потому что кормежки очень мало дается. Так, 6 уровня у меня тесаки. И я даже не могу их проапать, к сожалению. А хотелось бы открыть им 3-й скилл. Но кто их будет носить, я ума не приложу. Так, улучшаем. Воркшоп. Или же... Так, ну это понятно, что это миссия. Это мы потом с вами сюда рванем. Или все-таки лучше госпиталь, а? Давайте всех отлечим. Так, великолепно. Все, они у меня целенькие. Можно, в принципе, с вами рвануть на следующую миссию. Ага, тут 17 штук надо еды, чтобы апгрейдить. По радио у нас... тишина. Хотя есть один выживший. И кто это у нас будет? Ага, Сэм. Это у нас стрелок. Слушайте, ну со стрелками пока у нас и так все нормально. И 150 золотых у нас нет, чтобы открыть еще одну ячейку для выжившего. Да и, честно говоря, неохота мне пока открывать ее. Хотя надо, надо. Ладно, пускай радио у нас будет улучшаться. Может быть, кто-то будет посильнее к нам приходить все-таки. А с едой? Ой, еды-то, елки-палки, ребята. Очень мало. Нужно намного... Хотя бы 20 тысяч жрачки мне бы, в принципе, хватило бы с головой. Но, Сэм, тебе придется там стоять еще очень долго. Ага, здесь я могу тренировать уже. Дэрила могу. Отлично, что это он за скилл такой? Ага, тихий выстрел повысил себе до 2 уровня. Ну, а курточка на тебе одета, по крайней мере, более-менее. Так что все пучком. 5 уровня нужно добиться, чтобы ее апгрейдить. Но пока не могу, он у меня 4-го. Нет, наверное, все-таки арбалет. В чем преимущество, ребята, арбалета и ружбайки? Что арбалет, он беззвучен, не привлекает внимания. Так, Паулина, давайте, наверное, тебя тоже апгрейдим. Так, и что же ты у нас получила? Ага, защиту. Так, и Глена. Какого лешего? Блин, не хватает очков. Ну, ее зато могу. Ага. У ворот у нее 2 уровень изучился. И удача тоже 2 уровня. В принципе, неплохо. Тесак у нее отлично стоит, пригодится. Роберта, это наш танк. Так, у ворот тоже мы ему прокачали. И вроде бы все, ребята, да? Хотя можно еще этих, Роберта. Нет, Роберту нельзя, не хватает карточек. А вот ее можно. Так, 2 звезды получила. 7 дамага и новый скилл у нее открылся. Я так понимаю, это идет защита. Да, защита. Иран скин. Опа-на, и обнаружение выучили ей. Ну что же, в принципе, неплохо, хотя я ей не особо, ребята, играю, Н. Так что я думаю, что она пока у меня посидит в запасике. Так, думаю, с трубой ей, наверное, будет лучше. По-моему, это самое пока эффективное оружие. Да, остальное все довольно слабое. Жаль, что здесь я его не могу продать. Мне бы, конечно, не помешали бы деньги.
И куртки вот эти тоже. Или хотя бы переработать их. Так, ну тут тренировать-то еще можно много кого. Мелани. Ага, Мелани не хватает карточек. Ну что же, ребята, наверное, пока все, что можно было, мы сделали и апгрейдили. Наверное, пора нам с вами отправляться на карту. И немножко, так, сколько у нас? 17 дамага, ага. Так, а Паул что у нас? Так, ворот у нее, короче, защита. Защита, причем базы у нее выучена. Ну, ружбайка у тебя отличная. Так, ну, Дерла мы смотрели. А у Глена, по-моему, самый лучший нож стоит, насколько я помню. Так, пятый уровень. Да, вот этот, конечно, бы поставить хотелось бы, но нужно до 6 уровня его прокачать, что не так и легко. Все вроде бы, да? Да. Так, ну, здесь у нас ничего. Тут тоже пока ни шиша нету. А здесь мы уже забрали, что могли. Хотя можно взять 8 ходов за 400 ящиков. Но я думаю, что вот это вот лучше пригодится нам. Кто она такая, честно говоря, блин, не посмотрел. Ёлки-палки, лопухнулся. И за 600 могу себе открыть еще одного стрелка. Так, 8 очков я взял. Взял. Так, что это у нас такой за специальный... специальный звонок. И вызываем Евгения. Не, Евгений пока не нужен. Так, ладно, ребят, давайте пойдем на третью локацию и посмотрим, что нас будет здесь ожидать. Возьмем, значит, наверное, вот этих, да? Хотя, может быть, лучше одного стрелка взять. Мне кажется, так будет эффективнее. Где мои стрелки? Так, Бобби и Беретта. Естественно, мы забираем Беретту, потому что она более-менее прокачанная. Хотя, с одной стороны, лучше бы надо было взять, наверное, Глена. Ладно, сейчас посмотрим. Я не знаю, что у нас здесь за миссия. Так, цель обновлена. Но этих мы сносим однозначно. Так, давай зачистку делаем полнейшую. Ага, значит, нам здесь нужно опять открыть, проверить все машины. Ладно, двигаемся, выдвигаемся. Так, Дэрил, сносим первого. Ты сносишь у меня дальнего зомбаря. Так, отлично. Жалко, конечно, что мы тут шумиху подняли, но, по крайней мере, они нас не видят. И, по-моему, еще даже не идут на нас. Так, подождите, а можно здесь русский? А, ребята, раньше здесь не было русского языка. О, шикарно, ребята. Русский язык появился в игре. Ха-ха! Это для меня сюрприз. Это очень хорошо. Так, наверное, мы с вами все это и оставим. Теперь все переведено. Отлично. Это мне упрощает даже задание. Так, давай потихой. Так, тоже давай. Бомби, Роберто. А, это Паулина у нас. А, Роберто, давай вот этого сносим. И, наверное, будем скрывать. 6 ходов! Да ладно вам, ребята, 6 ходов, блин. Обороняться здесь. Да издеваетесь вы. Причем этот придурок сразу вылез из машины. Ладно, будем его сносить. Черт подери, а. Лишь бы не было очередной волны из десятка так зомбарей, которые сейчас будут меня просто окружать здесь. Да, накаркал. Ёлки ты палки. Так, Паулина, давай. Сноси сразу ряд. Сноси ряд. Так, Дэрил, будешь у меня бить вот этого. Сносит. Так, у меня еще есть один ход, пока они ко мне подойдут вплотную. Оу, ё-моё, сколько их тут. И к Роберте один подкрадывается. Как быть? Надо стрелять, я думаю, наискосок. Скорее всего. Или по прямой. Давай вот так вот сделаем. Здесь по прямой. Дэрил будет прикрывать Роберту. Сносить этого надо будет, иначе он... ее завалит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты прицепился к Паулу. Давайте вот этих сшибаем. Так, и вот этого. Блин, они услышали. Все, поперла пруха. Те, то, что наверху стоят, это хорошо. Сейчас мы их, в принципе, снесем Паулиной. Должна задеть двоих.
Блин, только одного. Ладно. Да как же ты долго там открываешь эту машину, а? Еще два хода. Ну, зеленая зона. Воу-воу-воу, отлично, ребята, все. Можно бежать к выходу. Сносим этих двух упырей. Так, давай, Дэрил, беги. Так, Роберто тоже сюда. Вроде пока чисто, никого не... А, тихо, звуки вижу, вижу я там. Шаги я вижу, слышу точнее. Пошла еще одна волна. Ладно, выбегаем отсюда к чертовой бабушке. Ууу, сколько их. Блин, Паулина, я надеюсь, у тебя хватит. Не хватит. Черт подери, придется бить их здесь, ребята. Я даже не знаю, как это сделать. Давайте вот так, наискосок, должны двух этих положить. Ага, так и есть. И вот этих вот, отлично. О, хорошо, что они не слышали или не видели нас. В общем, нам повезло. Потому что сейчас мы идем на выход. И практически никакого урона не получили. Синяки только. Так, уничтожено ходячих. Открываем три ящика. Так, телефон и деньги. Ну, телефоном мы пока пользоваться не будем, потому что выживших у нас пока хватает. И еще одного в запас, как говорится, держать его там бедного мы не будем. Открыть ячейку, когда? Тогда да. Рекомендуется уровень выживших 6. Набрать команду. Мы почти на месте. Наша связная с фермы Эдем ждет. Награда миссии. Дэрил, да? Карточки вонные. 6 минут 23 секунды. Пришлось мне сделать, ребята, чтобы он как можно быстрее отхилился. Ладно, давайте глянем, что будет здесь у нас за заварушка. Проверяйте все мерцающие объекты. Ну, это понятно. На наличие объектов. Так, вот эта карта мне не нравится, ребята, потому что она будет, я так понимаю, продвигать нас вперед. А, соответственно, здесь вот о чем я и говорил. Как же меня вот этот спецназ зомби бесит. Во-первых, он очень мощный. Огнестрел практически его не берет. В рукопашку, ну, это нужен довольно сильный танк или довольно прокачанный убийца, который может наносить критические уроны, причем в нужные точки. А со стрелы, с огнестрела это бесполезно. Вот против обычных, да, тут базара нет. Просто на ура сносим. Так, нам нужно опять же найти три машины, три объекта, которые нужно вскрыть, то бишь открыть три замка. Выходят, выходят потихоньку. Соберите припасы. Минус один. Отлично. Так, давайте, наверное, вот отсюда начнем, издалека. А то туда выбежишь в потемках, а там на тебя такая свора может напасть. Я вижу, один ящик я уже заметил. Он стоит здесь, рядом с машиной. Так, минус. Опять этот спецназовец там стоит. Черт бы его побрал, а. Ага. Их тут два, три даже, ё-моё, три спецназовца, и причем три спецназовца танка. Ё, придется вот так вот делать, ребята, а что делать? Давай, добивай этого говнюка. Отлично. И теперь нам надо как-то добежать до ящика и успеть его еще вскрыть. Плюс еще синяя машина не вскрыта. Надо будет здесь покумекать, ребята. Ага, кританула, это хорошо, все, мы этого добиваем. И теперь давайте, наверное, побежим к ящику. Все-таки ящик нам нужнее. К тому же он очень близко к бордюру. А как вы знаете, вот именно об этом я и хотел сказать, что они вылазят именно с бордюром. Этих двух мы снесем, это понятно. Теперь надо еще как-то нам сносить вот этих двух внизу. Давайте отойдем немножечко, потому что мне получится только одного убить. Так, бери это. Беретта, Паулина, блин. Сносит и этого. Они встали в рядок. Это нам плюс, ребята. Минус двоечка. Этого тоже сносим. Так. Давай, давай, давай. Отлично, все, ящик нас. Давай, скрывай его быстрее. Черт, она не успела добежать до него.
Ладно, надеюсь, тут всего лишь один ход. Один ход, замечательно. Так, вскрыли. Теперь нужно добежать до машины нам. Так, Дэрил пока займется этим прохмандеем. А Паулина, наверное, побежит вскрывать у меня машину. Скорее всего, так мы сделаем. Так, еще две машины у нас впереди. Как-то не айс у нас выходит, ребята. Все, давай, добивай. Да какого лешего-то ты не могла его добить, блин? Стреляет, конечно, хило она. Поэтому она и будет, наверное, у нас вскрывать. Ну, отлично. Давай вскрываем эту тачку. Ё-моё, сзади уже появились уроды. Так, один замок открыли, замечательно. Еще две тачки осталось, ребята. Хотя нам нужно всего лишь одну вскрыть. А какая из них правильная, вот этого я уже не знаю. И, по всей видимости, у нас здесь будет обновление задания, потому что не бежать же нам назад, а только вперед. Ну что, ходячие сделали свой ход, теперь наша очередь. Давай, Дэрил, вскрывай тачку. Будем смотреть, правильный выбор. Мы нашли все, что нужно, пора уходить. Замечательно, ребята. Ага, получается, что нам идти только вперед. Эта машина, ребята, это не вскрытие. Это будем ее сейчас отталкивать. И зеленая зона у нас впереди. Ладно. А там, как обычно, куча этих зомбарей. Я уже вижу одного, блин. Ё-моё. Так, ладно. Ходячие сделали свой ход. Я не знаю, стоит вот этих сзади, которые за нами пасутся, убивать или нет. О-о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 -
Ай, не добили. Хорошо, что они у меня вдвоем были, как говорится, дееспособные. А здесь приходится... Оу, все, ребята, тут сам факт говорит, что нам надо двигаться вперед. Некогда отвлекаться на задних, потому что их там целая куча. Так, все, этих разбомбили. И двоечка еще впереди. Надеюсь, что только двоечка. Сейчас пробежим нахрапом. Так, давай, сносим. Отлично. Так, давай сюда. Стрельнешь. Да какого лешего, через машину не добил этого. Так, Паулина, держись, блин. Я даже не знаю, надо как-то делать. Сзади стоят упыри. Смогу всех загасить, нет? Не стоит. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Черт, Роберто, а? Давай. Вот так вот сделаем. Да, я думаю, что это была лучшая тактика, по крайней мере. Нет, 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 нет. Только не в рукопашку, не вцепляйся. Ввязалась, да, в драку? Блин, приходится ее спасать, ребята. Иначе заколбасят. Вот это вот попадос. Так, Паулина, сматывайся нафиг быстрее. Ты уже там на критической точке стоишь. Да хорош, успокойся нафиг. Хватит, хватит. Давай, выбегай. Дэрил, давай тоже выдвигайся. Отлично. Так, и Паулина. Все, нафиг, выбрались мы все-таки. Идеально. Тяжелое ранение, синяки. Да, этого и стоило, ребята, ожидать. Три ящика наших. Что выпадает? Так, горючка. Ага, бабочка. Что ж, довольно неплохо. Бабочка 4-го уровня. В принципе, нам это очень пригодится. Тут осталось, в принципе, всего лишь три карты пройти, ребята. Три. Но сейчас я этого делать не буду, потому что у меня они все покоцаны и довольно серьезно. Одна даже с смертельным ранением. Ее надо, естественно, в госпиталь. А это у нас стрелок. Угу. Его, чтобы получить, нам нужно завершить задание. Так, что у нас тут накопилось? Еда. Так, Сэм у нас до сих пор по-прежнему будет стоять на месте. Ничего с ним не поделаешь. Как говорится, ячеек для еще одного выжившего у нас просто нету. Так, с заданием все понятно. Мастерская. Можно улучшить, причем максимальный уровень снаряжения. Нет, давайте за время. Пускай, наверное, будет на время у нас все это сделано. Так, подожди, почему я не могу сделать? Почему не делается? Тренировочный полигон. Тоже могу улучшить. Ага.
Мне жалко, ребята, еды просто-напросто. Стрелок, блин, у него классная золотая берета. Такого, конечно, хотелось бы себе получить, но не так все просто. Нож бабочка 4 уровня. Ха-ха. Кухонный нож, ну это фигня. Утилизировать его можно, в принципе, да? В утиль. Ладно. Кухонный резак. Да, оружия у меня дофига. И причем здесь очень много чего нам не нужно, ребята. Рубашки эти первоуровневые, которые, в принципе, надо действительно с ними что-то делать. Или продавать, или в утиль. Так, 6 секунд. 4, 3, 2, 1. Готово. Улучшил я куртяжку, качество. Так, уклонение 5%. Ага, в рукопашке. Ну что же, это надо нам кому-то или танку стать, или еще. Но только, хотя, в принципе, можно и стрелкам. Так, что вы тут стоите опять, а? Зомбари, вы достали уже в корень. Все, больше нету? Больше нету. Ящиков, конечно, я получил не так уж и много. Давайте их в отхил всех. Все, теперь они у меня полностью здоровы. Так, ну что, будем продолжать, ребята? Или возьмем какую-нибудь супер задание? Давайте, наверное, вот это вот возьмем, а? Тележки. Если мы добудем одну из этих раций, мы сможем слушать их переговоры. Так, о, у нас здесь риг дается и мишон. Ну что же, я только за. Значит, мы идем сейчас за рацией, чтобы слушать переговоры. А теперь быстро и тихо, поблизости могут быть их дружки. Черт подери, Антон какой-то. Это у нас кто? Это у нас танк. И Григорий, два танка. Ну я больше уверен, что здесь они не одни. Сруби голову ему. Ах ты, без крита. Нет, крит, конечно, прошел, но почему-то слабенько. Сноси его нафиг. Есть, Рик, малорик, ты у меня молодец. 561 урон нанес. А, нехило ты бомбишь, братишка. Так, а Григория сможешь убить? Нет, к сожалению, не получилось. Всего на 113 бомбанул. Но мишон, я думаю, сделает это дело. Попадание в туловище, уклоняется. Хе-хе, голова с плеч. Так, ладно, вскрываем тачку. Забираем рацию. Два хода, да ну нафиг. Так, мишон, что, будем ждать? Блин, Рика придется прикрывать. И я не знаю. Ну давайте попробуем снести башню. К сожалению, у нас это не получилось. Ну а теперь все, забомбили. Рик забрал. Тихо, что такое? Цель обновлена. А, можно отсюда выбираться. Ладно. Только как мне это сделать, блин? Так сказать, безопасно. Ну давайте, чтобы Рик вот здесь у нас стоял, как говорится, поближе к выходу. И я думаю, сейчас у нас вполне должно хватить. Да хорош, отцепись ты. На. Вот это хорошо, что у тебя есть контратака. Причем автоматическая. Так, и мишон. Все, выполнили мы это задание. Ну, довольно легко все у нас получилось. 16 карточек еще получили. И 3 сундучка можно вскрыть. Так, еда. Еда и деньги. Ага, не деньги, это опыт у нас. Ну что же, это было первое задание, да? И еще одно открытое у нас. И что у нас здесь, если мы добудем... А, ну это продолжение, мы все-таки как бы продолжаем. Особые враги. Ясно. Ладно, давайте попробуем еще одну миссию пройти. Я не знаю, в третий, наверное, нас положат на глушняк. Ну, если по крайней мере... У, да то же самое. Слушайте, я хоть ту взял, а? Не первую ли миссию выбрал? Ладно, давайте по-быренькому тут их заколбасим. Так, великолепно. Так, наблюдение. Что-то там... А, это уже Макс у нас. Это уже даже не Григорий. Да какого лешего? Почему ты так слабо бьешь-то во второй раз? Так... О, еще и оглушил. Вот это, конечно, плохо, ребята.
Ну все, давай, Мишон, наверное, ты у меня будешь открывать на этот раз, а Рик будет на стреме. И вот он появился. Какого лешего-то вы... Какого лешего вы появились все вместе-то? Черт подери, ребят, вот это фигня. Давайте сюда отбежим. Интересно, они на него нападут, зомбари, или нет? По логике должны нападать на всех. Не имеет значения, кто это. Ага, ну как обычно на меня, блин. Так, вот все-таки хорошо, что у Рика есть контрудар. Ха-ха! Ну, хоть за это тебе спасибо, рейдер. Так, все, ребята, надо проваливаться сюда. Мишон, сможешь, нет? Блин, тут... Ага, пробежала. Хорошо, этот зомбарь не вцепился во время того, как меня Мишон бежала ей в шею. А так бы начал бы ее кромсать. О-о-о, ребята! Мишон, у меня еще и оглушена. По-моему, мы здесь проиграли, ребят. Я не смогу просто с ней уйти. И защитить я тоже не смогу. Да. Печально, печально, конечно, я сыграл в этот уровень. Фак, а. Ну что ж, давайте попробуем. Может быть, все-таки этот рейдер переключится на зомбаря и даст мне шанс. Нифига. Но хотя зомбарь на него переключился. Так, давайте мы этого тогда убиваем. Да почему ты не смог добить? Рик, ты гребаный, я. А этот все-таки справился. Сейчас у меня Мишон погибнет. Бей, стреляй давай. Ну, отлично. Так, Мишон, давай, выбегай отсюда нафиг. Ты у меня в критичном... Не-н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 е. Так, Рик, давай тоже. Ё-моё, а. Ну давай, беги. Отлично, нафиг. Фу. Ёлки ты палки, а да чудом как-то выжили. Это хорошо, что зомбари переключились на него. Ух ты, я и карточки Мишон получил. И Рика. Да, эти ребята мне бы в группе пригодились. Оу. Ключик. Ха-ха. Четвертого уровня. На глушняк, наверное, валит. Так, ух. Замечательно, ребятушки. Просто великолепно. А вот испытание, я думаю, что вряд ли потяну. Хотя... 20 жетонов Рика я могу получить. 540 еды и 540 опыта. Даже и не знаю. Заманчивое предложение, конечно, но хрен его знает, блин, ребята. Ладно, давайте возьмем. А, я могу только двух выживших взять. Ну вы меня обрадовали. А я уж тут губишки раскатил на третьего. Ладно, попробуем двумя выжить. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что у меня что-то тут получится. Так, давай-ка сюда. О-о-о, Роберта, ты меня порадовала своим критом. Шикарно ты бомбанула. Так, а этого как мы сможем? 91. Нет. А что это он сдох? А, видимо, у него кровотечение было. Ну что же, это хорошо. Так, ну что, Роберта, давай. Тебе придется здесь два хода как-то защищать у меня Дэрила. Давайте этого сносим. Снес. 84 всего лишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пол хп сразу за раз. Ну что, Дэрил, придется тебе как-то прикрывать ее. Давай. Отлично. Теперь на выход. Толстяк, блин, жирного только тут не хватало. Волна выходит. Ё-моё. Ладно. Должно, по идее, у нас, ребята, хватить, как сказать, скорости, дальности, чтобы добежать. Это если мы так, все равно ведь гады зажмут с двух сторон, а? Да, до кого-то стрелять. Давайте сюда бомбанем. Так, упал. Не-не-не-не-не-не-не, сейчас получит от всех люлей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, печалька, ребята. Отобьется? Нет, не отбилась. Не отбилась. Ну... Конечно, я понимаю, что я хотел как лучше, но если сейчас Дэрил у меня не успеет добежать, эта миссия будет у нас провалена полностью. Ух, собака, не хотел я, конечно, чтобы это все так вышло у меня, блин.
Так, Дэрил, давай. Ай, блин, он пробежит через этих, и каждый его заденет. Давайте вот так вот сделаем. Ну-ка, дойдут? Дошли, добрались, блин. Так, а теперь... Есть, есть, ребята. И все-таки у меня это получилось. Фу, блин. Я думал, сейчас зажмут, там схватят, как обычно. Так, итого у нас опять 3 сундучка. Так, еда, ходы и опять еда. Довольно неплохо. Но еды надо нам в разы больше. Я испытание все-таки прошел. А, это только одно из 5. Что, перезарядки? Ага, мне нужно ждать час, чтобы приступить к миссии. Не все так просто, ребята. Итого в общей сложности 5 часов надо потратить, чтобы я полностью выполнил это задание. Ну что же, только остается идти в лагерь, наверное, да? Потому что уровень 3, бойня. Твой лучший счет. Да, понятно. И следующее испытание только через 4 часа. Да. Слишком все здесь долго приходится, ребята, ждать, как вы знаете. Сэмич, блин. Сэмич все в ожидании, чтобы его взяли к себе в компашку. Но не тут-то было. Так. Будем улучшать, ребята. Хрен с ним. Отлично. 12 БП я получил. Итого, блин, до следующего уровня мне, ё-моё, сколько этих БПшек собирать? Да балдеть можно. Ладно. Ну что же, ребятушки, в принципе, как-то так все это у меня получается, все это выходит. А на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях по выжившим. А на этом все, всем пока и удачи! Bouncing the top of nigga, you can't stop bouncing.